Поведение некоторых людей за рулем на автомагистралях Прибайкалья иначе как неадекватным не назовешь. Их не смущают ни светофоры, ни дорожные знаки, ни разметка, ни другие автомобилисты и пешеходы. Может, после просмотра следующей подборки нарушителей их станет меньше. Смотрим. 10 декабря исполнится 153 года с момента создания светофора. Однако за минувшие полтора века не все представители человечества научились им пользоваться. Первый пример вот на этих кадрах. Перекресток, темное время суток, горит красный для пешеходов. Пока все нормально. Как только загорается зеленый, люди начинают переходить через дорогу. В этот момент водитель вместо того, чтобы заранее сбавить скорость, ее наоборот набирает и проскакивает опасный участок дороги. Жертв удалось избежать, но так бывает не всегда. Не всегда и пешеходы грамотно следуют указанию светофора. Здесь уже на запрещающий сигнал регулировщика сначала пошел мужчина. К тому же за ним сразу захотела стартовать компания подростков, следуя примеру взрослого. Но сигнал машины автора видео отговорил их от этой глупой затеи. Неуместной и смертельно опасной выглядит выходка следующего шофера. На подъеме в гору и перед поворотом он обгоняет владельца регистратора. При этом он мог помешать как ему, так и тем, кто двигался по встречной полосе с горы. И тогда без пострадавших не обошлось бы. Если и вы стали очевидцами неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.